Приветос, амигос, снова вы, снова я и снова Dark Souls 3. Не буду называть его 3, буду называть его Dark Souls 3. Но прежде чем я, естественно, пойду дальше, надо кое-какие дела попеределывать здесь. Я не буду отдавать пламя этому книгу. Какую я там книгу подобрал? Короче, этим торговцам чудесами я ничего не буду давать, потому что мне неинтересно все, что они могут. Вот передать пепел. Я какой-то пепел нашел, смотрите, пепел хранителя могил. Она его, блядь, нюхает, походу, сука, в натуре. Я ей пепел приношу, она по ноздре хуяк, и давай новые вещи изобретать. В прошлый раз я принес ей пепел, она сказала, что это пепел какого-то дурака, блядь, что он нихуя не стоит. Дура. Что она знает? Что бы она знала в кокаине, блядь? Так, я могу купить себе 10 бомб. Я не хочу бомбы. Бомбы меня уже не раз вручали в этой части. Так, что еще здесь есть? Из нового. Из нового хренового. О! Кожаный доспех, спасибо, нет. Кольчуга была. Это что? Доспех легиона нежити. Хуя такая, оборвань. Но по весу, кстати, и защита. Ой, от рубящих ударов нету ничего. Вау! Маска изгнанника 7,5 весом. Доспех изгнанника. Жирного, блин. По ноже изгнания. Ну понятно, сет изгнанника и колечко на жизни. Да ты издеваешься, старая кошелка. 20 тысяч ключ, бля, мамка твою делал. Корона Вальнира. А, о, корона, блядь. 3-1 физическая защита. О, шлем легиона нежити. Говно. Че так, блядь, окают-то? Это шлем пирамид Галлова, блядь, из Сайлент Хилла, по любасу. Ну 7,5 вес, это вообще, конечно, криминал. Ты че? Броня, ёпта, столько весит. Из чугуна, что ли, шлем ковали, ёптать. Ну, я думаю, что моя херня рыцарей черных покруче будет, чем все, что она продает. Все остальное меня, в принципе, устраивает. И, да, самое классное, самое важное, я же, блин, две души получил. Где этот инженер конвентерных печей? Кстати, как тебя зовут? Тут такой-то. Лудлет изгнать. Инженер конвертерных печей. Конвекционных, или как там? А, транспозиционных, блядь, печей, ёптать. Конвекторных, это, наверное, реальная профессия. Си индье... Не, отстойная. Тяжелая, как просто... Тяжелая, как моя судьба, ёпта. Хрен такой помашешь, меч убийцы не ждет. Ага, священный меч Вальнира, вот она, новизна. Вот она. Блядь. Требует 13 магических способностей. Зачем? Если у него нету ничего, кроме физдамага и говенные скейлы. На какой хер он требует? Изъеденный бездной. Вон он весь в спермозеве в каком-то, блин. Иногда Вальнир... А, когда Вальнир пал в бездну, его охватил страх перед истинной тьмой. И он впервые обратился к богам с... Ну, я тоже Мануса увидел. Маленько испужался. С этим священным мечом... И тремя браслетами, снятыми с тел клириков, он почувствовал себя спокойнее. Навык «Гнев богов». Вонзите оружие в землю, чтобы вызвать ударную волну. К гневу тех, кого поглотила бездна, стоит относиться с опасением. Но, видимо, это и есть главная фишка этого меча. Кулак демона. Демонический кулак, пылающий внутренним пламенем. Можно надеть на обе руки. Вихрь пламени. Пронеситесь с вихрем сквозь ряды противника, вытянув горящие кулаки. Сильная атака во время раскручивания использует импульс движения для мощного удара по земле обеими руками. Хуй поймешь, блин, дьявол какой-то. Тоже 93, хочу заметить, плюс 77 от огня. Ну, ёпта, опять, надо 9 чудес, но у меня есть 9 чудес. Модификатор от них Е. Ну, я могу, блядь, взять кулаки, но без щита это стрёмно играть. Без щита надо, блядь, уворот. А я в Bloodborne не уворачивался. Я по классике рыцарем ДС-очку прохожу, поэтому... Ну, или с двуручником тоже. А с кулаками, ну, просто два... Согласитесь, что два кинжала, два оружия любых, они... Ну, если это не два двуручных меча, и вы не охуенный воин на НГ+, то два оружия, они никогда не были настолько хороши, чтобы это... Чтобы сами себя оправдывать. То есть, куда выгоднее было носить щит и меч, или один двуручник, чем два, блядь. Ну, два двуручника... До этого приходилось, извините, раздеваться сразу, потому что перевес.
ебашил дичайший. Стойкость. Давай к стойкости. Мне, я пока не вижу такого оружия, которое бы мне вот захотелось прям вот непременно одеть, поэтому я как-то не хочу прокачивать статы ненужные. Интересно, а что надо прокачивать, чтобы синяя полоска выросла? Так, я верховный правитель Вальнир. Не знаю, что он там. Его вон свергли. Так, а это внизу, там где болото, да, покинутая могила. Да, я говорил, что в этой серии я пойду исследовать именно вот эту локацию, которая подводная, да, не знаю, если там босс, если там вообще что, но там есть какой-то лучник, блядь, охуевший вообще. Но, кстати, от лучника есть, наверное, неплохая защита, можно прикинуться белой веточкой. У меня этих веточек уже жопой жуй, как бы, я думаю, что я сейчас просто одну из них поюзаю. Чисто посмотреть хотя бы, работает, не работает, что дает, что тут есть. Но я не знаю, можно ли двигаться, когда ты веточка. Полученная от гиганта. Только эта ветка от гиганта, это... Да, и с кувырком, блядь, она пропадает. Охуенно. Господи, боже мой, вот это, блядь, придумали. Ебать копать. Давай еще разом. Я слился с окружающей местностью, ведь бочек тут дохуя других, да? Никто не скажет, что моя бочка какая-то неправильная. Ну, пиздец, слушай, он вообще, блядь, по скорости он скис, конечно. А тебя не наебешь, я смотрю. Да? Не так ли? Вот ублюдок. Ебать! Нахуй надо! Харвестер потерян, не так ли? Это что за елда, блядь, сатаны, нахуй? Она охраняет вход. Может, этот лучник по ней стреляет? Ты, иди ты нахуй, ебать. Кретинелла, блядь, хуй его. Как кто-то тут бегать? Там, блядь, стреляет, тут, нахуй, пизда какая-то, блядь, ползает. На упреждение валит, сука, леголаз хуев. Большой осколок титанита. Я за большой осколок титанита. Блять, зайца в поле загоняю. Ай, свай. Ай, вроде он по три стреляет, да? А, это охуенная баллиста какая-то, смотрите, ничего себе. Я думал, тут лучник. Ну, баллиста, видимо, сенсорная автоматическая, поэтому сразу меня выкупила, бля. А это что такое? Впереди печаль. Не вижу ничего печального. Почему-то мне... А, ну я, бля, провафлил, что дали? Что-то тут написано. Что лучше так не бежать, видимо. Слепо. Ты это не заслуживаешь, друг? Что? Пятна крови есть. Но нету прохода, значит, что они... Значит, что здесь эта хуйня выныривает, видимо. Пизду, дайте я пока. Хочу баллисту попробовать отключить. Может... Смотрите, опять мой значок ковенанта опять пылает. Я что, опять превращаюсь в какое-то дерьмо? Ну да, блядь. Превращаюсь. Серьезно. Непонятно. Какая мне в пизду разница? Я все равно в закрытом шлеме. Пусть он хоть 100 раз, блядь, хоть в говно, блядь, 80-летнего деда превратиться. Мне какая разница? Я 5 левелов на халяву получил. Это вот за эту халяву, типа, его и прокляли. Бы нехуй халявче. Блять, только не крабы, ну ебаный насрать. Заебали эти кинглеры ебаные. Уж лучше вон тот червь. Гельминт переросток, еб твою мать.
Главное, там дымная дверь еще, и червь ее охраняет, как же. Ой, там ничего кажется, или я там что-то такое, типа костра вижу? Конечно, блядь, кажется. Какой нахуй тебе костер, охерешь-то? Крабиков тут совсем, бля, понаставили, ребята. Они что, танцуют? Танцующие крабы? Залившие фары, танцуют крабы. Это тупик. Нет, нихуя. Так и здесь мне пройти. Куда пройти-то, я не понял. Чё надо? Куда попасть-то? Ух ты, блядь, а как ты сюда-то закинул? Вопросов больше не имею, сучья дочь. Меня ж кувыркнулся, ёптвою мать. Ебёнать. 8000 душ сейчас здесь останутся, походу. За какой-то там ебливый самоцвет. Чё это она разворачивается? Тупит, бля. А, вон проход вижу. Блять, я этого арбалетчика, сука, реально нахлобучу сейчас приду, блять. Опа. А это что? Катапульта сюда выстрелила и сломала пол. Нихуя себе. Откуда столько хитрости, блядь, у этого разработчика? Нахуя себе, блядь? Я все понял. Это тупик, пацаны, это тупик, блядь! Камон, сука. Один из нас останется здесь навечно. А, это крабы наверху топают. А где это говно? Почему камень в воздухе завис? Ну, это что-то типа... что-то типа демона, да, огненного было. Я что-то особо не разглядывал, конечно, бля. Да, малый огненный демон, походу. Ну-ка. Ну, у меня щит от огня, меч с огнем. Давай, ублюдок. Посмотрим, чье пламя сильнее, мать твою. Как ваншотнет сейчас мне нахуй, пизда. 8000 душ. Да, он мне вообще не по левелу, ребята. Скажу я вам. Хуль ты выть-то начинаешь? О, ёб твою мать. Пиромант. Тут все тут вообще одни пироманты, да, походу? Осколок титанита, вы чё, охуели? Хоть большой бы дали, блядь. Еще один. Блять, глазам не верю. Еще и кого-то призвать здесь можно. Кто это доблестный? Похож на сморщенный кусок дерьма, но это игрок. С копьем. С копьем за душу босса и в короне, блять, этого короля мертвых. Эрика. А вот это, наверное, уже NPC. Непись. Ебать, вот это у меня чутье. Я прям вижу, что стена какая-то не такая. Иллюзия. В чем тут иллюзия-то? На нахуй. Так, тут куча малафьи на потолке. Можно драшну? Она не сразу отлипает, но упреждение точно не отлипнет.
Блять. Осколок Эстуса с другой стороны. Вот они, блядь, бессмертные почти. Что, блядь, еще ниже? Хуй, да? А ты еще что за хуйня? Это козел опять. Далеко вы, далеко ты залез, дружище. А это чей труп? Блять, кого вы здесь убили, идиоты? Чтоб ты сдох, ублюдок. Ну нахуй. Блять, вы тут что, ебетесь где-то за поворотом, что ли, блять? Плодитесь тут нахуй. Охуенно. Ну чё, взял, блядь, лут, придурок. Пошел в жопу. Какого-то они, смотрите, демона тут вальнули. Это похоже на капра демона. Опа. Чую, за подлянка здесь какая-то ебаная. Уголь. Нет. Так, нахуй она меня разъедает? И где это? Стесняюсь спросить. Понятно. Тогда в чем прикол этой иллюзорной стены, вообще не понял нихуя. Странная какая-то она, не так ли? Ах ты, блядь. А я не думал, что... Он здесь прям стоял. В принципе, дать им серию дамага ничуть не хуже, чем бэкстаб, получается. Заебало-то. Блять, на них огонь вообще не действует. Пора мне какие-нибудь разновидности пушек, блин, разные таскать, потому что огонь... Здесь вообще не котируют. Блять, опять козел. Еще козел. Ах, вот они откуда выбегали, да? Ну давайте быстрее уже, уёбки, мать вашу. За рожки дергал, блядь. Косой лох. Когтями, что ли, травят, пиздец? А вот эта пика у него в руках, по-моему, нет, кстати. Блять, сколько удары в щит сносят-то, а? Когда я по щиту попадаю. По-моему-то, когда попадают, вообще печалит. Осколки титанита, блять. Осколок титанита, это именно то, прям, блядь, что я хотел найти. О, ковенант, походу. Ковенант козлиный, блядь. Корневолосых, да? Или как их, блядь, назвать-то? Книга пиромантии... Да заебала. Изолита. Не, ему нельзя ничего подойти. Странно. Чё они тут сидят? Секретную книгу... Книга намолена. Намолена козлами. Так, сзади я был, да? У меня только вперед дорога и осталась.
Так, внизу. Интересно, в чем тут иллюзия? Смотрите, они демонов поперебили, блядь. Охуеть. Ничего, тут передел власти случился. Блядь, орут они... Блядь, говна кусок, иди нахуй. Сука, обглодала, пиздец. Смысл идти без одной аптечки, если рядом костер. Что-то я, по-моему, рано тут ебусь вот вообще совершенно. Я не знаю, не верю, что, блядь, с моим вот этим мечиком тут можно что-то внятное, блядь, творить. Блядь, я ж хотел взять разбег. Охуенно. Удалось, блядь. Интересно, что ж там, блядь, за лут такой лежит? Или там с другой стороны можно, наверное, подойти? О, блядь. Заебанец, а? Кстати, судя по всему, эта дорога в изолит забытый. Только теперь какие-то козлы повырезали здесь всех демонов. Вон, смотрите, какого. Блять. Ёбаный блядский сын. Заебали эти козлы, нахуй, реально. Ну. Тоже иди нахуй, колобашка, блядь. В первой части они, по-моему, говном рыгали, блядь, тебя. Смотрите, кого они пизданули. Демона тельца. И ни одного, они их тут в кучку сложили, блядь. Да, они вон, всех упиздили. Маленьких, крупненьких, всех охуерили. Так, а что если я попробую здесь... Морозную, блядь. Морозную хуйню. По-моему, даже сильнее долбосит, чем огненная. Ну, у них к огню, походу, здесь резист повсеместный. Хо-хо. Да, это прям видно, она прям выделяется. О, блядь. Видите, какой кувырок мощёвый. Не так ли? Ну, черный рыцарь, я думаю, он и в Африке черный рыцарь. Вряд ли он к огню имеет. Какие-то черные рыцари здесь, блядь, пиздец. Их стыдно, блядь, такими ими, называть этим именем, блядь. Абсосы, блядь. Знай бэкстапик, нахуй. Пиздец. В очко три раза его проткнул, блядь. Шлем. Унц уголь. Опять демоны-тельцы. Меч черного рыцаря, блядь. Вот так просто. Лежит тут, все полеживает. Точится, естественно, он титанитом, да, демоническим, походу. Меч черного рыцаря, 156. Без огня, блядь. Д от этого, Д от этого. И чем он, блядь, так крут? Непоколебимость. Поднимите меч во имя первого повелителя, чтобы временно увеличить баланс при активном навыке, вы получите меньше урона.
Ну, пиздец. Это все равно, что блок ставить, короче говоря. Да. Теперь половина оружий, они сильны навыком своим, а не этим. Как его там? Сильны своей активкой, а не своими статами, в том числе уроном. Странно, что меч Черного Рыцаря был в руках у какого-то дрища вообще конченого. Так, шлем Черного Рыцаря весит еще на единичку больше, сучья дочь. Брони дает не совсем, прям вот до хера. Блять, как у меня голова-то в него влезла. Пизда кувырку. Естественно. Ну, шлем Черного Рыцаря не настолько пиздатая вещь. Не соблазняет меня как-то он носить. Вот доспех, да, может быть еще. Хотя и то, хуй знает. Не сказал бы, что доспех мне прям жизнь спасает на каждом шагу. Скорее всего, броня здесь вообще опять по традиции почти одинаковая. Ебать, они даже памятник уже демонам поставили посмертный. О. Пошла ты нахер, тварь. Что это впереди такое лежит? Крыса, что ли? Да, вот по крысе мороз, ну она шерстяная и тепло, наверное. Дыра, блядь, вот это дыра Ванус прям идет. Вот там реально смерть. А здесь реально куча фаерболов. И куда идти? Пошла в жопу. Впереди иллюзия. Блять, их не заебало эти иллюзии тут рисовать везде. И там крыса, блять, и тут крыса, нахуй, да? Круто. Нужно больше крыс. А это куда ведет? По виду стенок это то же самое. А, только сверху напасть. А это что? Паук какой-то сдохший. Выглядит знакомым. А, это сестра Квилек, походу. Заебу, Квилана. Да, ее и звали Квилана. Помните, Квилек для нее убивала, но, видимо, Квилана все-таки умерла. И вот около нее какой-то труп прижавшийся. Квилана, блядь. Охуенно. Лава? Вопрос. Не, ебать, блядь, молоко шоколадное. Конечно, иди, прогуляйся. Здесь у нас что? Тут падение в ударе. Удар в падении, вернее. Эта крыса выглядит воинственной. Среднего размера мыши опасно, блядь. Смотрите, сколько наносит. Пошла ты нахер, шлюха драная. Ебануться просто. Эти сообщения, это, конечно, что-то, блядь. Большой осколок титанита. Ну, не то, что здесь такие супер призы, прям, блядь. Но мы не в поле чудес играем, да? Впереди иллюзия, да? Ты гад. Какого хуя? А выход тогда где? Ха-ха, блядь. Я просто помню, делался это. Сука, полое дерево, блядь, из первой части. Такая же залупа. Стенки, стенки, стенки. Посох, блядь, какой-то.
Кого ты, блядь, в цель захватил, идиот, блядь? Ёбаный твой в рот, нахуй. Блядь, ну как нахуй теперь дорогу туда искать? Хуй с ним, что жизни не целая. А, здесь проклятие просто не вешается, что ли, не понял? Блядь, вот это вот хуйня? Вот это, автозахват новой цели, это просто ёбаное, блядь, говно, нахуй. Придуманное каким-то пидорасом. Блять, не сюда. Ну пиздец, я ебал. Хуй знает, куда идти теперь. Где там все это было, блять? Говнище ебаное. Сорю, их там три. Надо было, блять, бомбами их нахуй закидать, твари, блять. Не, нахуя. Опачки. Он ее сжечь пытается или что? Блять. Ебанарик, блять. Экономим, ёпты. Затопительный сезон, нахуй, скоро. В аду. Да, море дамага. Аж страшно смотреть на эти цифры. Ну давай ты, блядь. Ну пидорас, блядь. Ёбаный твой нахуй рот, блядь, рогатый, а. Скотина, блядь, ебаная. Сука, блядь, твою мать. Ты охуел, что ли? Иди нахуй, блядь. Чё он делает, дебил этот, блядь? Рога мне, типа, выковыривает, что ли? Пошли нахуй, блядь. Наш ответ на все это раш. Православный, блядь. С дороги нахуй съебал, ходишь тут, блядь. Блядь, только перепрыгнул туда, где лут был, на нахуй. Выскочила, блядь, чмо ебаная. А, отлично. А нахуй, еще круган. Я-то перепрыгнул, а вот они вряд ли. Если еще вот эту хуйню оббегу всю. И ты нахуй иди. Уголь, да заебал. Еще козлы. Да, осколок титанита — это именно то, что я, блядь, хочу с них получать. Конченые твари, блядь. А, вот мы и на балкончике, да? Заебал, ублюдок, блядь. Что мне, блядь, эта камера показывает? Я не понимаю, она, блядь... Может, нахуй, со стороны как-то будет транслировать, а не, блядь, показывать мне внутренности главного героя, блядь, крупным планом. Потому что, нахуй, это заебало уже, блядь, пиздец как. Дерьмо ебаное, блядь. Ну и нахуй, все равно туда мне не надо. Так. Пиздец, блядь, локация. Ёбаный в рот, нахуй. Я хотел коридоры, блядь, но не нахуй, не в буквальном смысле, ёб твою мать. Ебануться. Герой, блядь, за все зацепляется, а им похуй. Эти, блядь, прыгают, нахуй, огнем поливают. Где бэкстап? В пизде бэкстап, блядь. Момки разработчика, нахуй. Блядь, там козел, тут козел. Я куда вот шел в прошлый раз, когда нашел эти стены, блядь? Ты ж спал, нахуй, или мне показалось? Естественно, игра подвисает, блядь, когда вам показывают лут, потому что это, нахуй, процессор, блядь, не выдерживает таких мощных нагрузок. Хуяси, надпись на экране появляется, ничего себе, блядь. Впервые такое вижу, да, за 20 лет игр, блядь. Охуенно.
Видно, что попал по сраке, но нихуя, блядь. Так, сейчас найдем нахер. По-моему, где-то здесь. Или нет? Бля, я просто кругом обошел. Вот тут и говорил, поохуевайте демона, какого завалили, это я помню. Хажел тут, помню. Что нахуй, ублюдки, блядь. Ну это осколки титанита, блядь, лежат. А этого хуй за хуй, блядь, завертишь, он пиздец. Блять, а нахуй я? Против демонов тьма, походу, работает нормально только. Либо дробящее оружие. Нахуй. Это я помню. Иента я помню. Это я тоже помню. Пошел нахуй. Блять, как он машет отстойно этой секирой, просто пиздец. Это я помню. И вот это, естественно, я тоже помню. Только я сюда сверху упал. Тут еще вниз проход. Так, может, лучше здесь тогда, чем спрыгивать, блядь. Чумная тварь. Хорошо, хорошо. Вот. Раз стена, два стена, мы внизу. Окей. Охуенно. Ну, конечно, это же, блядь, не ебаться трудно бросить. Вот без прицела он, блядь, лучше бросает. Блядь, еще сейчас они распылят. И пизда мне. Да, блять, их тут столько. Они твою чешуя. Нихуя себе. Блять, какие живучие нахуй мрази, а? Суки. Все, последняя, блядь. Кажется, что когда она надувается, она должна ваншотиться, блядь, с громким хлопком, блядь. Да, лесенка, иллюзорная стена, короче, пиздец. Если бы не спрыгивала по лестнице, пошел, был бы жив.
не все то зашибись, где стена иллюзорная. Так, а здесь есть справа, и здесь есть вот здесь. Вот этому говну, блядь. Ну, пиздец. И куда я сейчас выйду, мне интересно, после всех этих мучений. Еще ниже можно пройти, блядь. Эти катакомбы, наверное, бесконечны. За ебца. И чё? Убийца рыцарей Цорик? Охуенный дамаг ему въебал, да? Я узнаю его меч. Меч дымного рыцаря, блядь. Это нихуя не призрачная стена. Пошел нахуй, долбоеб ебаный. И хуй, что ему сделаешь. Не, мне такого, блядь, не завалить. Но у меня есть охуенный план, пацаны. Чё могу сказать? Знакомьтесь, ёпта, придурки. Он черный рыцарь, этот убийца рыцарей. Я думаю, они подружатся. Вошёл ты нахуй, ублюдок. И где? Ага, давайте. Делаем ставки, блядь. Мне кажется, убийца сейчас ему даст пизды. Нет, смотрите, нихуя. Наконец-то черный рыцарь понял, что я ему не главный враг, блядь, и убийца Цорика пиздюливается просто как шлюха ссаная, блядь. Кем он, конечно же, является. Мелкая ссаная шлюха, блядь. Ловко я разрулил, да, эту ситуацию. Бля, пиздец, эта лестница куда, в небо, что ли? И сейчас тут какой-нибудь чмо мне когда спендали. Жест спасибо, блядь, который надо делать на коленях стоя. Это что за благодарность? Так, пойду добью. А я как это, с победителем, короче. Не так ли? Блять, гигантский дымный меч и щит черного железа, пиздец. Гигантский дымный меч, насколько я помню, мне вообще не понравился, ибо говнище. Смотрите, еще что-то. Кольцо убийцы рыцарей, ебать. А чё, с рыцаря ничего не упало? Потому что, блядь, я его не убил в честном поединке? Кольцо убийцы рыцарей. Звучит как охуенно. Враги тратят больше выносливости при блоке атак. Ну, блядь, хуй знает. Это ПВП кольцо. Это однозначно ПВП кольцо. О, еще что-то здесь есть. Блять, черный рыцарь, сука, мог бы лута тоже оставить, чтобы я охуел. Так, ну и кому-то здесь не повезло, естественно. Кто-то не был столь удачлив и умен, как я. А я просто хитер, как стадо лисов. Стравил двух пидорасов, и вместе они друг друга неплохо отпиздехали. До этого еще пойди додумайся. Так, подождите, а как... Ага, вот здесь. Что-то там должен был этот мега-рыцарь охранять, мне кажется. Да, наверное, с черного рыцаря не падает лут, если ты снес... То есть, если ему большую часть дамага снес не ты. Или как в старые добрые времена. Не забэкстабил, ничего не получил. И здесь кто-то сдох. Но лава мгновенно меня, скорее всего, прикончит, поэтому я в нее и не полезу. Не коснуться пятна крови почему-то. Давайте поищем. Простучим стены. А, я коснулся, но, блядь, мне не показывают почему-то ничего. Слушайте, а вот здесь такая внизу кладка, как будто... Нет. А вот это как будто нажимная панелька лежит. О. Ух ты. Не ваншотит. Не ваншотит, но и пробежать я не успею. Я пиздюлюсь гарантированно. Да. Ну ладно, пойдем посмотрим, куда ведет эта лестница в небо.
Вот эта локация вообще. Это я еще в одну сторону только прошел. А там еще с другой стороны черви, блядь, охуенные. Почему мне не показывают, кто тут сдох-то, я не понимаю. Че за отстой? Наверное, нужен перезапуск. Нужна переустановка Windows, блядь. Интересно, от костра сюда далеко слезать? Я просто бы еще ему пиздюлей дал. Может, по ноже с него бы выпали. Или там пушка. Ну, пушка Черного Рыцаря одна у меня уже есть. Я скажу, что она... она больше не так хороша. Надо искать Черного Рыцаря с алебардой. А этот, кстати, с чем был? По-моему, с секирой, да? А, с мечом, с двуручным. Да, кстати, дымный меч-то хоть поправили? Или он такой же говнище, как и был? Гигантский дымный меч. 149-59. Скейл от силы A. Вот это уже, блядь, похоже на истину. 50 сил, только будьте любезны. Искореженный черный меч из материала, похожего на сланец. Самый тяжелый из гигантских мечей. Это оружие, согласно легенду, принадлежало древнему предателю. Оно было настолько тяжелым, что никто не желал им пользоваться. И оно кануло в ленту. Да-да-да, блядь, это с юмором разработчики. Этот меч реально был дерьмище, никто им не пользовался. Яростная атака. Вкладывать весь свой вес в выпад на из низкой стойки с повышенным балансом, затем выполнять сокрушительную сильную атаку. Пиздец. Это щит дымного рыцаря, который предал Вильстада. Хотел с ним пободаться, короче. Чё-то там, я не помню их сюжетную, их любовную, их сюжетная love story, я не помню точно. Катапульту слышу, она где-то здесь. Ты смотри, она пытается до сих пор сюда стрелять. Тут колесники ходят. Чтоб тебя черти дрючили. Косточка возвращения 5 штук. Не отступать и не сдаваться, ёпта, вперед. Сейчас посмотрим, что за мразь тут катапультирует. Че это он делает? Два скелета, какая-то дырка, а тут что? Ёбаный в рот. Сука, три колеса это, блядь. Сурово. Они, блядь, кулаками бить умеют. Я думал, они тут катаются. О, у меня есть идея, как от него избавиться. Вообще, изи. Давай. Давай. Хе-хей! Солдатиком. Краб, ты гад. Видение краб. Где краб? Да, вон краб есть там, да. Блять, слушайте, локация просто огромная на самом деле. И огонь, блять, костер очень-очень-очень далеко. Просто, блять, неприлично далеко. Да, выманивай, не выманивай, а драться с двумя, да? Нет, смотри-ка. Ну, чё ты как терминатор, ты можешь, блядь, меня, блядь, сука, блядь. Камень ёбаный, ты можешь не задевать, придурок, криворукий, блядь. Сука, главный герой, уебан, блядь. Эстусов нет, нихуя нет, блядь, некроманты есть. А вот и она.
сразу не вывезу. Это, блядь, опасное. Как бы они еще скелетов-то не резнули, не прибежали. Заебал. Пиздец, Робин Гуд недоделанный. Конец-то. Ебать, у них здоровье богатырское просто. Блять, я куда нахуй я пришел, блять? Пока, сука, пятился от этого пидораса. Ёбаный в рот, нахуй, а. Ну, давайте посмотрим, что падает с этого урода. На этот раз я тут один, мне помогать некому. Ну и он пришел сюда в жало. Блять. Херово, что эстусы сейчас, конечно, уйдут на эту драку. В охуенном количестве. Превышающим все разумные пределы. Каждый мой удар по щиту — это неудавшийся, блять, удар ногой. Просто чтобы вы понимали, что за пиздец тут происходит, блядь. Я пытаюсь его бэкстабнуть, блядь, и хуй что получается. В каких судорогах он, однако, помирает. Причем хорошо сейчас было видно, что под шлемом ничего нет. Что это просто доспехи бегают. Так, в жопу эту лестницу, блядь, трехчасовую. Так, осторожно, мусор. Гаишники, наверное, стоят. Шучу, шучу. Так, и где? Где эти ублюдки? Главное, по одному. Четко выверено. Цепляем одного. И с ним бьемся, блядь. Вот он охуел, что что-то услышал. Да. Знать еще, блядь. Ну, сука, блядь, хитрая. Ну и бег у него, слышь, такой, вперед. Ласточкой. Так черные эльфы, блядь, бегали в линейдже. Тремя бросками своих ссаных кинжалов. Уже с меня эстус выжил. Блядь, такая бесперспективная хуйня с ним драться, это пиздец. Надо было щит травы ставить, блядь. Ну, такое же говно, только хотя бы, блядь, выносливость восстанавливает. Даже если этого бы я убил, если бы сейчас бэкстаб сработал, там второй такой же хуй. Я не знаю, как он, блядь, пробивает щит, у которого, нахуй, 100 физической защиты. Может, у него, блядь, клинок с каким-то эффектом, может, просто пидорас, блядь, хуй поймешь. Хочу обратить ваше внимание, что на уступе справа от этой лесенки есть лут, и это лук драконьего всадника, вот так-то. Заметил только, когда третий раз тут пробегал, лук драконьего всадника делался из души драконьего всадника во второй части игры. Здесь это обычное говно, которое просто валяется на полу и нахрен никому не нужно. Так, значит, 15 ловкости надо и, по-моему, большие стрелы. Или нет? Нет. Лук драконьего всадника или чем? Нет, да. Это лук драконоборца стреляет копьями. Лук драконьего всадника, по-моему, херачил всегда обычными. Ну что ж, снова я, два некроманта и уже 6 аптечек. Это заявка на участие в летней олимпиаде 2014, блять. Или какой там? 16. В этом же году, да, летняя? Говоришь, что вы оба, блять, бежите. Нет, сначала этот. С сольной программой метания ножей, блять, для всех. Обратите внимание, что травяной щит он пробивает с тем же дамагом, что и щит
дракона, блядь, на 100% физику. Видимо, это кровотечение, которое он накладывает. Пиздец полный. Надеюсь, они одноразовые. Потому что каждого два раза убивать такого, блядь, что-то вообще не хочется. 450, смотрите-ка. Два осколочка титанита, нихуя себе. Щедро, блядь, щедро. Очень много здесь пятен крови, да. Учитывая, что здесь никакой не босс, а обычные некроманты. Они внезапно оказались, блядь, блядски сильны. Ну, я только что видел призрак, который здесь из лука стрелял. Теперь я его не вижу. Видимо, сагрил и помер. У костра уже сидит, блядь, вздыхает. Смотрите, сколько хилки просто улетает, блядь. Пиздец. С ним не поразмениваешься. Блядь, ты охуел, что ли? Ты чё, блядь, Бэтмен? Ёбаный в рот, ну пиздец, блядь. Ебануться нахуй. Блять, я хуй знает, может призвать кого-нибудь, пусть помогут, пизды им дать этим уёбкам. Один хуй, это не босс. Ничего, блять, страшного. Пиздец. Куда стрела пропала, хуй знает. Ну давай, ёпты, возникай уже. Пиздец. Ну вот ублюдок, а. В этот раз эстусов даже меньше, блядь. Так что чисто, чисто на удачу, если рассчитывать только. Мэкстабы резко кончились, это понятно. Да нахуй в пиздец. Может, они нахуй с обрыва спрыгнут, блядь, сами. В одном из своих ебланских прыжков, блядь. Да, то ж тупые, скажи, блядь. Да ну пиздец, это, блядь, невозможно просто. И, сука, с ними драться, блядь, просто нереально. Они щит пробивают, блядь, им все похую, блядь, скачут, пиздец. Честно говоря, уже ездить, блядь, бегать сюда, вернее, заебало просто, блядь. Говно ебаное. Ты нахуй этих мобов, блядь, сочинил еще двое, блядь. Одного нахуй достаточно, пиздец, просто за глаза, блядь. Усилил свою броню я, блядь. Более тяжелый сет. Да ладно, бэкстабы по ним можно делать. Почему я сейчас только об этом узнал, интересно. На нахуй. Еще один остался. Пилюля из желтых жуков какая-то. Блять, осколки титанита, ёб твою мать, с такого моба. Вон, смотрите, продолжают. Да-да, выманить двуручная. Хуючная, ребята, блять. Без щита пиздец, вообще с ними драться нахуй. Смысла нет, по-моему. Ну, второй вот этот вот, он, блядь, почему-то самый резкий из них. Не знаю, вроде одинаковые должны быть. Но этот ощутимо начинает летать, блядь. В разные стороны, блядь. Метать кинжалы свои обосранные, блядь. Заниматься прочими, блядь, нехорошими вещами, ублюдок. Нахуй пошел, тварь, блядь, заебался. Два обмутка, блядь. Ну пиздец. И что дальше-то? Кто-то с катаной тут помер. Вон огр, который заряжает это говно. Убийство. Кого убийство-то? Механизма? Гиганты мертвые. От кого они тут отстреливались, интересно? Впереди любовь. В чем тут любовь-то? А,
Ну, выключу я катапульту, и что? А кто тут помер? Опять не показывают, пиздец. Интересно, если эта катапульта принадлежала гигантам, на кой хуй тут вот эта маленькая ручка для человека? Гиганты могли, блядь, камнями бросаться, мне кажется, тем же успехом. Прикольно, вторжение, знаете, только отошел, вторжение злого духа, блядь, катапульта снова включена. Я-то думал, я из этого арбалета червя убью. Вместо этого просто выкл. Ага, и вон он. Вон они ступеньки, смотрите. Милота какая. Причем падение с первой же ступеньки снимает здоровье, как я понимаю. Все, тут точно ничего больше нет. Видимо, нет. Тут можно уже и косточку, блядь, юзнуть, по идее. Смысл назад пешком идти. Хоть где-нибудь бы какой-нибудь лут положили. Подразнить. Ну, 4000 душ у меня есть, но это, блядь. Извините, цифра такая. За которую, в общем-то, и не страшно. Что отожмут всякие песчаные, блядь, черви из дюны. Ну, естественно, все лагает здесь. Ну, подтормаживает, в общем-то. Лагами-то я бы это не назвал, просто просадка FPS за дыма. Пиздец в натуре. Кольчужный червь. Он еще электрический, что ли? Не дохуя у него там пиздатости-то. Че? Как с ним драться-то, блядь? Идите твою мохнатку, ему похуй вообще. Я думаю, он меня сейчас ваншотнет просто один раз, блядь. Или раз. Вода проводит электричество, видимо, дело в этом. Щит желания какой-то, блядь. В общем-то, я его просто обошел и пошел нахер. Я не думаю, что с ним надо драться, потому что я не хочу с ним драться. Но с одной хилкой идти, блядь, к боссу тоже, конечно. Пиздата. Чё защита-то хоть? Этот с черного рыцаря, ну это пиздец. Толчок щитом, говно. Щит желания. Возьмите еще в руку, что... Так, остатки королевской жажды. Щит древнего короля, на котором лежало проклятие. Всепоглощающий жажды. В конце концов, он перестал быть королем. Остатки королевской жажды все еще тлеют в этом щите. Он поглощает больше душ убитых врагов. Вау! Охуенно, а сколько весит? Так, мой 4,5, это 5,5. Сука, возможно, перевес. Ну так, кувырок не такой пиздатый, как раньше, но... От физики соточка. Ну, похуже, чем, конечно, блядь. В плане огненной защиты, чем вот эта хуйня. Но зато устойчивости прям жопой жуй. Так, ну, ага. Он сплетается вокруг, сука, лута этот гондон. Там что-то лежит под ним.
Костер, ебать. Вот это я понимаю. Находка находок. Ну и еще немножко катакомб, да? Судя по всему, блядь. Немножко ли? Я понял, где ты. Я с той стороны в прошлый раз бы выходил сюда. Где эти фаерболы ебаные летают. Иди-ка сюда, блядь. Каркуша. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Странно, что не кольцо добывает больше душ в этой части, а щит. А что за король от жадности утонул, я не помню. Но это как кто-то из королей в DLC-шке, походу. В DLC же были короли. Утонувший король, еще какой-то король. Уголь. По секрету скажу, что, ну, тем, кто не играет, локация, куда телепортируюсь, называется Прихожая Короля. Судя по тому, что здесь лава, видимо, король старый железный. Лавовый, то есть. То бишь, ёбаный в рот. Двое. Интересно, что же они там, блядь, охраняют такого? Интересно, пиздатого. Что их тут столько, блядь, понаделали. Гандон. Хуяси, и малиновый, и фиолетовый, блядь. Люблю веселые цвета, конечно. Интересно, намного ли я больше душ получаю? Давай, на размене, блядь, сразимся, тварь. Трудно сказать, не так, чтобы здесь души прям перли. Тем более, что их и пишут-то, блядь, не всегда. Ну, пиздец. То срабатывает удар по лежачему с прыжка, то не срабатывает. Осколок титанита. Это куда? А, ну это в этот коридор ебаный. Тут так-то ничего вообще нету, только, как я понял, мобы стоят, да, блядь, фаерболы их летают. Но это путь обратно, вокруг, по кругу их обойти. Надо сверху посмотреть, видно ли там что-то есть, имеет смысл ебаться с этой всей херней. Или там ничего нет. Алтарь есть. Да они тут повсюду, в общем-то, алтари эти. Нет, я там бегал, ничего не видел. Ни хрена там нету. Мне кажется, вообще. Кто придумал живые фаерболы, вообще молодец, блядь. Ну ты подымайся, подымайся. А вот оно и родила фаербол. Блюдина. Интересно ж посмотреть, сука, чё там. Пиздец. Углы здесь как в Armored Warfare, блядь, не простреливаются.
пиздец. Да-да-да, блядь, молодцы, нахуй. Пиздец, ну нахуй это пиздец, локация, конечно. Да хули там, блядь, ебалы. Чё у вас тут? А, вот у вас чё. А, я тут был. Крыса, паучиха, всё это видел я. Чё ещё у вас тут есть? Да нахуй, пошёл. А больше, в общем-то, ничего у них тут и нету. Ну и пошли нахуй тогда. Две недели, блядь, их выкуривать. Чтобы что? А чтобы ничего. Просто очень замудрили эту локацию. Вся, блядь, узлами завязанная. Хуй поймешь чего. Оу, oh, yeah. Так, ну что? Будем драться с червем-то, нет? Еще дыхание слышу. Такой каменный, как каменный скрежет, как будто. А здесь что такое? Еще один выступ какой-то. Нахуя он тут нужен, интересно? Вылез елдометр, блядь. Ебать, вот гнида какая. Чё он делает, пиздец? В какую сторону машет? Давайте хоть проверим. Вообще, блядь, уязвимый, нет? Хуйня какая-то. Пиздец. Ну, пиздец. Хуйня, выстрел, блядь. Что-то вроде отнял, кстати. Ну он смертен, блядь, но я ебал его 2 года убивать, тут надо ставить. В честную схватку он не может. Он вот только, блядь, извиваться, пулять. Ебанутое создание какое-то, если честно. Красиво смотрится, эпично, но, блядь. Кто с ним драться-то будет? Главное, 2 удара, блядь, и отходим. Да, ебаный друг. 2 удара и отходим. Дюна! Битва за Арраки! Я Пол Атрейдис, ты нахуй червь, блядь, ну-ка быстро преклонился. Какой щит у меня толстый, слушайте, вообще. Он даже подкладочка какая-то есть, чтобы рукой не протирать эмаль, видимо. Сколько у него здоровья, он там чё? Сдохнуть-то готовится хоть, нет? Половинку снес. Я не знаю, почему он бьет только в одну сторону, блядь, своими магиями. Почему он в эту сторону не поворачивается, я хуй знает. Но вы видите сами его поведение, в лоб его просто невозможно убить. Он постоянно, блядь, извивается, как говно, блядь, какое-то. Я и так от него, блядь, в общем-то, огребаю, так что борьба идет, блядь, на равных. Интересно, сейчас, если... Ничего, по-моему, ничего не нанес ему сейчас. Вот черентана, блядь.
блядь. Кирпичи какие летают, как бы, блядь, не задело по каске-то. Ну, сколько здоровья-то. Он, мне кажется, что он сейчас сдохнет. Блядь. Не, надо обычными ударами его пиздить, пиздить. Все. Член сатаны умер. Громовой кол, горящий осколок кости. Пиздец. Стоило его убивать однозначно. Большой осколок титанита. Это все, что он дефил. Громовой кол. Звучит как, я прям не знаю, как какой-то царский размер дилдака, блять, из секс-шопа. Громовой кол. Так, ну что, надо потратить, наверное, души и идти, блядь, смотреть, что же за босс такой здесь живет. Это полный пиздец, не знаю, кто это, но он огребет сейчас точно. Я его уже авансом ненавижу. Просто локация такая очень нудная, душная, блядь, арбалеты какие-то, хуелеты. Мне кажется, что арбалет, кстати, этого червя бы убил, если бы я стоял за ним, а арбалет стрелял. Вот так, наверное, и надо было проходить. Не знаю почему, но мне кажется, что босс здесь будет огненный. Ковер, смотрите, как мило. Типа ноги вытереть? Хорошо. Может помочь хвост? Видимо, дракон. Тут хвосты только драконом рубить и надо. Возможно, это каменный дракон, который реинкарнация Каламита. Ну, пойдем поглядим, чей тут хвост. Что это за хуйня? Нет, он вряд ли огненный. Да это пень какой-то. Опять трупы демонов, смотрите, сваленные кучами просто огромными. Вот эта хуйня, это босс. Ну что это такое? Это корни какие-то. Не группа в смысле, Блять, этот демон огненный. Огненный, блядь. Старый король демонов. Даже у демонов есть король. Интересно, они за него голосуют? Изи, мэн, изи. Блять, у меня, конечно, меч огненный. Это худшее, мне кажется, что... А чё, он сам всех поубивал или что? Позвал на избирательный участок. Обещал демократию. Ну, походу, тут можно бегать по кругу, а когда он дышит, тогда уже подходить. 77 дамага, блядь. Пидорас. Перевес. Спасибо, что отбросил, мне все равно надо отойти. Печалька. А, так, а давай попробуем топор. Где он? Может, хуй его знает. Чем черт не шутит, может, от тьмы сейчас поляжет демон. Демон, по-моему, это, скорее, тьма, чем огонь. Блять, опять перевес, пиздец. Но почему перевес-то? Все же, блядь, нормально было. Нихуя не понимаю, блядь. Давай хоть какой-нибудь, блядь, щит можешь взять? Пиздец, нахуй, рот твой ебал. Ты заебал меня, ублюдок, блядь. Сука, герой-дегенерат, блядь. Рахитозный до кучи. Ебанат, блядь. Какие-то граммы там, нахуй, у него, блядь, сказываются прям на нем, пиздец, самым негативным образом. Я ж нихуя себе, щит, блядь, на 100 грамм тяжелее. Пиздец, кувырку. Ну, дамаг, я вам скажу, пиздец, конечно. Буся, завали-ка свою ебало, нахуй. Так, огненный меч, он все-таки по физике, по-моему, посильнее будет, да? Какая в пизду разница, все равно мне к нему даже не подойти, я тут же улетаю обратно с дамагом, блядь, с километровым.
Да, 96. Ну топора, блядь, там что-то полтенка какая-то вроде. Пиздец, как попал. Ну, это пиздеж чистой воды, блядь. Я стою нахуй у него прям под мышкой, там, где он не машет. Поэтому этот дамаг, блядь, это чисто нахуй анальная совесть разработчика, на самом деле. Отродясь, блядь, такие атаки никогда не проходили нахер. Когда ты, блядь, либо босс по тебе попадает ударной частью оружия, либо дамаг не считается. Нахуй, здесь они, блядь, решили хуйца подзабить. Говорят, у нашу игру считают слишком простой. Давайте, блядь, сделаем какую-нибудь хуйню. Не, я, наверное, блядь, рановато пришел к этому боссу. Он, скорее всего, он не обязательный. Потому что он где-то в пизде находится, блядь, на отшибе мира. Сюда можно и не попасть никогда. Да-да, на нахуй. Кувырок, я смотрю, блядь, абсолютная хуйня в этом бою вообще не решает. Ой, а чё же в этот раз дамаг-то не засчитали, интересно. Пиздец, пиздец. Викарий, ты что ли, блядь? Я охуеваю. Это чё, бой, блядь? Босс для того, чтобы его из лука убивать? У него есть все средства, блядь, защиты в ближнем бою. Мне кажется, нахуй с ним драться, блядь. Да. Чтобы магам и лучникам было кого, блядь, убить, нахуй. В сухую, блядь, придумали этого босса. Смотрите, как классно. Здорово, не правда ли? Ну, пиздец. С дальностью, конечно, разраб перегибает по-черному, по-моему. Интересно, эта вода, она не дает ли, как в старые добрые времена, немножко защиты от огня? Охуеть. Чуть пальцы на ногах меня отбил. Нет, не дает. Ну так его можно долго убивать, слушайте, это хуйня полная. Один удар, два ударчика, блядь, и отходим, да? Заебись. А лучше один ударчик и отходим. А лучше вообще, блядь, не бить, да? Судя по всему. Вообще нахуй не понимаю, блядь, смысл этого босса, блядь, немножко вообще нахуй. Для меня он за гранью понимания. Слава дыра, какая дыра. Тут кто-то реально прочитал, походу и прятаться пытался. Да. Какой, однако, странный поединок. Это босс для неторопливых, я понял. Ебануться, боссы мнутся. А это что было? Мне кажется, у него палка стала больше. Ёб твою мать. Ну, это было очень медленно, с другой стороны. Мне кажется, он нахуй вообще не должен ходить по воде, так как он горит. Но не успел я чуть-чуть съебаться.
Таких боссов хорошо валить с охуенным двуручником на вооружении, который, блядь, урон дохуя наносит, потому что у тебя есть, блядь, время на один удар. Уязвимый хвост — это миф, я так понимаю, что нихуя на самом деле он не отрубится. Ку-ку, демон. Да, блин, ой, ебать. Праздничный босс, конечно, фейерверки закатывает, закачаешься. Да. Мувсет у него тоже охуенный. Все, пизда, последние аптечки. Блять, ебать, колотить не. Хуйня полная. Невозможно его задрочить этой зубочисткой. Терпения просто не хватит столько. Происходит, блядь. Я чё, нихуя не понимаю, блядь. Мне жопу его показывают, блядь, крупным планом. Чё, блядь? Да ладно. Ебануться. Выпустите меня нахуй отсюда, а? Нет, это хуйня полная. Я слишком рано сюда пришел. Невозможно, блядь, с ним драться с помощью этого оружия. Слишком, блядь, слишком ему похуй, по-моему. Может, если секиру тьмы заточить, я не знаю, попробовать. Но тьма, блядь, она вообще, даже не знаю. Ни разу нахуй за все, блядь, прохождение. Нет, была такая хуйня, где во второй части, в могиле Агдейна там... В гробнице, где Вендрик, там оружие наточенное на тьму хоть что-то дамажило. Больше, блядь, я никогда не видел, чтобы оружие, которое что-то там делает с тьмой, блядь, она хоть что-то бы, блядь, давала. Серьезно, всегда говно. Ой, блядь. Пиздец. Давайте проверим секиру плюс 4, блядь. Интересно, что опустошение дает здесь? Охуеть, как он не попал сейчас, вообще не понимаю, блядь. Ну, тьма объективно бьет немножко посильнее. Пиздец. Пидорас ебаный, а? Сука, черт, блядь. Чтоб, блядь, у того, кто его придумал, уже, блядь, рога такие же выросли, нахуй, когда в отпуск поедет, блядь. Ты меня прижал, придурок, блядь. Спасибо, нахуй, выпустил. Козел, блядь. Задроченный, блядь. Моя яростная атака сразу обосралась, блядь. Да, боевой клич, блядь, даром пропал. Интересно, насколько это усиляет? Усиляет ли вообще, блядь? Как бы тебя провоцировать на что-нибудь? Ты кажешься не очень-то умным парнем, блядь. Ну, блядь, на это мозгов у кого угодно хватит. Щитом принимаю всю эту хуйню.
залупа, блядь. А кольцо на защиту от огня тут не было нигде? Нахуй, нахуй, нахуй. Вот сейчас зло, блядь, поднимет голову. Блядь. О, боже, как это заебло. Заебно, бля, пиздец, они долго падают. Да-да, нашел время. Вот когда надо, он нихуя это не делает. Хуйня. О, блядь. Пиздец. Сука, такой бы босс в Bloodborne заебись смотрелся. Пизду нахуй. Невозможно, блядь. Камера показывает реально, блядь, его нахуй яйца, блядь, такое ощущение, что пытаются разглядеть. Что угодно. Я нахуй ничего не вижу, что он там делает. Я вижу, как мой герой, блядь, у него там нахуй междула, блядь, что-то мотыляется, пытается его пиздить. Так, ой, уебище, блядь. Вам не кажется, что если вы делаете такую игру, блядь, где у вас боссы нахуй размером с блядский небоскреб, то надо, блядь, как-то предусматривать и давать возможность отдалять эту ебаную камеру от его ебаных яиц, блядь. Потому что пиздец. Мне их разглядывать вообще нахуй неинтересно, допустим. Опустошение 75. Блядь, пиздец. Надо бы пойти камешек этот купить, наверное. 4,5 тысячи душ, блядь, снять эту хуйню. Мне кажется, что это опустошение резисты говнит. Что он еще может делать, блядь? Пошел нахуй. Вот чё я, блядь, смотрю? Вот объясните мне, нахуй. Как я должен на это реагировать на этот бой, блядь, если я просто, нахуй, ничего не вижу, блядь? Просто, нахуй, вообще понять не могу, блядь. Как он, чё он? Да ну, нахуй, нет, я ебал. Когда-нибудь потом, когда, блядь, выпадет в этой игре кольцо на защиту от огня, и пушки у меня будут дамажить, блядь, с 3 километров ебанические уроны, тогда да. Может быть, я приду, блядь, и с ним подерусь. Но сейчас это полное, блядь, дрочево, нахуй. Его можно убить, да, на 3-м часу, блядь, это ебли. Кому бы, нахуй, это интересно было нужно, только явно не мне. Все, так что чем жмите, что-нибудь пишите. Ебал я в рот таких боссов, блядь, и тех, кто их делает.